Вы знаете, есть такое у юристов, у политиков очень важное разграничение интересы общества и интересы государства. Так вот, Сноуден и Ассанж – это люди, которые посягнули на бюрократию своих государств, Соединенных Штатов Америки и атлантической цивилизационной этой группы, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, там ряда других государств, но которые стали реально героями для общества и в США, и в наших странах всех без исключения, потому что они попытались каждый по-своему защитить право человека на частную жизнь. Право человека на свободу убеждений. Ведь что ни говори, это вот я, например, привык, что меня могут прослушивать, подсматривать, там, что в 93-м году после разгрома Верховного Совета на меня завели дело, которое, я думаю, после этого периодически закрывают, открывают, чтобы провести какие-то оперативные мероприятия в адрес, в мой адрес. Но для большинства людей, да и для меня хотелось бы, что ну частную жизнь не трогайте хотя бы. Поэтому Россия должна поддерживать таких людей, борцов за общество в целом, за те ценности и права человека, права народов, которые отстаивают сегодня и Сноуден, и Ассанж. И я убежден, если возникнет необходимость, без колебаний мы должны предоставить им политическое убежище. И я считаю, что сейчас мы открыто должны сказать, если у нас будет возможность, мы должны защитить этих людей. И таких, как они. Они залог мира. Они залог того, что ни в одном гнезде спецслужб или военно-промышленной мафии не зародится идея мирового гегемонизма и тоталитаризма.